Вот так вот кормят здесь птиц, животных, они прямо все ручные. Только что-то девочка давала белочке орешек, прям подошла вплотную. Вон она бежит. Хай! Опа! Класс! Как в цирке. Вообще не боятся людей. Вон крадется еще одна. Вон она крадется. Вот так вот. Класс. Вот тут мы только что посидели в ресторанчике. Купили пивочки. И поехали домой. И все снимают животных. Лебеди, утки. Класс, да? Как в цирке, скажи. Смотри, на руку садится. Смотри. Белка снова бежит. А белки красивые, жирнючие. Тольстючие. А где она уже ушла? Вон они. Сидят, ждут. Ага. Ну и мне кусочек, ну и мне орешек, ну пожалуйста. Ну и мне орешек. Ну дай, пожалуйста, мне орешек. Ха-ха. Вот так вот. Класс. Бай-бай. Вон наших бездомных уже расплодилось, их уже. А вот наша белка пришла на наше место, села. Тихо, не пугай ее. Такая толстенькая. Она на моем стуле сидит. И тут запрещают продавать соломинки, с которых пить, пластиковые соломинки, с которых пить коктейли. Вот в таких местах запрещают, потому что белки их тащат, и почему-то начинают их кушать. И потом они погибают. То есть вот в таких вот ресторанах на улице, где доступ есть животных к ресторану, вам никогда не дадут соломинку. Их просто здесь не бывает. По-моему, она беременная, девочка моя. По-моему, да, зубутик такой тюльстенький. Ну, хорошая девочка. Ну, я такая хорошая девочка. Я к ней вплотную подошла. Да не бойся, я тебя трогать не буду. Не бойся. Да не бойся ты. Не бойся. Берешь. Итак, вот уже два этих наших бездомных. Был один, теперь их два. Тольстые такие оба. Кого ты там увидела? Лебеди уже все. Тут помнишь, высиживали своих деток? Ага, пипочки опять. Опять что-то такое эротическое. Не, ну что это такое?
кино. Сейчас я фотографирую.